Всем здравствуйте, hello. Все будет хорошо. Красивая, благодарю. Hello. Поцелилась трансляция. Вовремя зря терять. Рамбо. Не Рэмбо, а Рамбо. А, или может Рэмбо это да? Да. Я русско читаю что-то. Что, у тебя цель есть? Да, у тебя ничего не видно? Нет. Ничего. Как ваши дела? Рассказывайте, как Новый год отметили? И продолжайте отмечать. По всей видимости. Спасибо за розочку. Новым годом и вас. У нас, прикиньте, Новый год. Мы на улицу вышли в доме гости, потому что... И сейчас, смотрите, какая жара, прям солнце пекёт, прикиньте. Да. Новый год. Про снег вообще мы молчим. Не то, что там холодно или ещё как-то. Спасибо. Спасибо большое за сердечко. С Новым годом. Так странно начало говорить хорошее. Это. Ну. Несмотря на вот эту погоду, вообще. Да, привет, откуда? Я с Тараза, Казахстан. Привет, привет. How are you? Good. And you? Я помню. Привет, что с погодой у вас? Жара у нас. Явно не Новый год. Гуд. Лет 18. Понятно. Поехать за тобой не надо. Ты что, новыми духами подухарилась? Да. Снега нет. YouTube. У вас вообще как-то весна. Ну. Как дела? Все отлично ваше. Как котеночком. Не надо меня называть. Я стараюсь. Тепло. Да, жара капец вообще. В одной толстовке сижу, блин, капец, реально такая прям. И Шымкента. Мне там на Шымкенте были. Плюс 10, а? Чё ты мне ногой так? Ничего. Hi from California. Салют. Hi. Happy New Year. У вас тепло, да, пипец, блин. Жарко даже. Ерлан, спасибо большое. Ох, новогодняя весна. Hello. Алекс, спасибо. Красиво. У нас дождь. С Новым годом, с Германией. Спасибо. С Новым годом. Все лето. Сейчас никем не работаю я. Добрый день. Жара в Таразе. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Это, надеюсь, не идут какие-то. Слава? А? Слава. Не знаю. Еще так песен не он. Что не очень, да? Ну, раньше он вроде хорош был. Happy New Year. Хочу туда. Сюда? Не очень. Здесь жара, блин. Как в начале зимы. Снег выпал красивый у нас. Стараза, да. Рядом сестра. Привет, здравствуйте, снеговик. Пишешь же снеговика? Снеговик, да? Спасибо, спасибо большое.
ради тепла у нас. Конечно. Почему? Что ли? Он кому-то. Ну и почему? Не знаю. Happy New Year. Тарас. Любовь, ты моя. Я не хочу. Настроение то, Алексея нет. У меня снеговик на носках. Я... Любите носки новогодние? Ёлка. Блин, ну как это? Как Новый год и снег? Ну а как? Какие-то мужики. Плохо без снега, но... Что поделать-то? Ну... Спасибо. Привет всем. Кроме Алексея, эту цель точно никто не сможет побить. Ну. Не грусти. Я не грущу. Боже мой, любовь. Как вчера бег? А что там, расскажи. Короче, с Дашкой решили его пранкнуть. Делать нечего было просто. Ёлку зажгли. Да. Да. Ну, не особо-то радостно. Ну, короче, начала написать, потому что я бью его. Чё? Типа, она пьяная. Она где-то в кафе сидит. Типа, она говорит, я пешком домой подойду. Он говорит, нет, скажи адрес, сейчас приеду, типа, заберу. Она такая, не-не-не, я пешком. Он говорит, куда? Она говорит, в Дубай. Он такой, возьми трубку, это... Ну, короче, сейчас, потом, когда это, эфир закончим, потом расскажу. Он такой... У вас зима, лето было. И она ему так пишет, ты такой хороший. Такие смайлики, знаешь, типа поцелуйчики и сердечки. Он такой, Даша, и следующая строчка, предложение, сообщение. Говорит, я тоже тебя люблю. Бека. Здесь не тот? Привет. No, sorry. Ну, стоят профима. Он же твоя подружка. Руслан мне там видео отправлял с Новым годом. Да?